В этой книге написано, что волшебную страну и волшебные города моих жителей можно восстановить, но если найдутся настоящие умельцы, девчонки и мальчишки с богатой фантазией, с добрым сердцем и очень умелыми руками. Ребята, вы поможете восстановить мою волшебную страну? В котором растут красивые цветы. Мы нашей дружной командой решили строить город. Добыть он должен не простой, а очень сказочный такой. У нас были споры горячие, дискуссия жаром в придачу. Идеи мы выдвигали и роли распределяли. Взрослые нас поддержали, в ГОСы не нарушали. Вопросов много задавали и помощь корректора свою предлагали. Мы построили город Акакадабра. Мы назвали этот город именно этим волшебным словом Акакадабра. В этом городе есть волшебные две гусеницы. Одна гусеница, она большая и старше, а вторая, она помладше. Еще у нас есть два здания. На одном здании есть большой здание еще одно, где роботы могут подниматься наверх и смотреть в телескоп и видеть оттуда разные кометы и звезды. А еще у нас есть бассейн из масла, потому что если бы мы налили в этот бассейн этой воды, тогда бы роботы заржавели. А так роботы намного лучше работают.